Значит, по порядку, значит, и вот с Михаилом Александровичем, с его выступления, если позволите, начну. Я вчера достаточно подробно изложил мотивы наших действий. Другие страны уже больше года наносят удары по сирийской территории. Больше года. Без резолюции Совета Безопасности ООН и без соответствующего запроса сирийских официальных властей. У нас такой запрос есть. И мы намерены бороться именно с террористическими организациями. И не могу не согласиться с тем, что правозащитники это... Что касается всяких информаций в СМИ по поводу того, что страдают гражданское население, мы к этим информационным атакам готовы. Обращаю ваше внимание на то, что первая информация о том, что есть жертвы среди гражданского населения, появились до того, как в небо поднялись наши самолеты. И Всероссийское общество инвалидов провело большое соревнование и освещаем это, конечно, много дел. Это, тем не менее, не значит, что мы не должны прислушиваться к информациям подобного рода. Именно для этого мы налаживаем сейчас контакты между нашими специальными службами, между нашими и спецслужбами США, и между военными министерствами, между Минобороны и Пентагоном. Эта работа сейчас идет. Надеюсь, что она завершится созданием какого-то постоянно действующего механизма. Нас много здесь, поэтому давайте мы в свободном режиме.